Село Мраморское. Утро. Мария Попова спешит на улицу Пушкина. Здесь, в 17-м доме, живет одна из ее подопечных, Тамара Васильевна. Вот уже на протяжении 3 месяцев им приходится общаться через окно. Тамара Васильевна, доброе утро. Как здоровье? Нормально. Хорошо. Принесла продукты. Вот сюда. Итак, с каждым из 17 подопечных. Все дистанционно. У Тамары Васильевны, например, есть отдельная беседка, откуда Мария каждый день забирает новый список продуктов и деньги, приготовленные хозяйкой дома. Маска и перчатки – неотъемлемые атрибуты соцработника, даже в бесконтактном общении. От работы только добавляется, потому что у нас идут не только продукты, медикаменты, товары первой необходимости, доставка воды также. Где-то помыть окна. Помыть окна не только снаружи, но и внутри. Это же нужно соблюдать дистанцию с клиентом. Поэтому сложно. Когда человек идет на работу и знает о том, что его здесь ждут, любят и с нетерпением ждут, это все возвращается. Нет, не тяжело. На этих кадрах обычные будни Центра социальной реабилитации для несовершеннолетних, снятые воспитателями. Дети радуются солнышку, активно играют, несмотря на то, что с момента ограничительных мер их не выпускают за территорию центра. А воспитатели живут теперь здесь по 2 недели в режиме обсервации. Юлия Шахурина в эту среду вновь выходит на 14-дневную вахту. Пока она находилась дома, сдала все необходимые анализы и уже получила результат. Ковид не обнаружен. Сегодня приехала в центр, чтобы узнать, как дела у ее детишек. Общение получилось, правда, на расстоянии. Чем занимаетесь? Вчера ковры стирали. Да? День рождения отмечали. Как день рождения прошел? Объелись. Уже после этого разговора Юлия призналась нам, что пандемия позволила стать ближе к детям. Правда, с дистанционным обучением пришлось нелегко, но итог – все дети аттестованы. Тут стоит даже отметить ответственность детей, которые они чувствуют, и именно поэтому они за территорию не выходят, они понимают всю серьезность сложившейся ситуации. То есть в период 2-недельного нахождения с детьми, да, конечно, у нас не исключаются те же самые обнимашки, но сотрудники проходят обследование, вот, и чтобы исключить факт заражения. Некоторые детки у нас проживают давно, а вот есть, которые поступившие новые детки, вот с ними, да, мы нашли ключики, то есть, плюс еще раз повторюсь, что живем большой дружной семьей, как единый вот организм, и поэтому очень сильно получаешь от детей помощь в решении каких-то вопросов, как бы старшие помогают с младшими, вплоть даже до организации каких-то мероприятий, чтобы их собрать. А это уже управление социальной политики. Здесь тоже посторонним вход запрещен, поэтому просим поснимать работу сотрудников изнутри. На нашу просьбу охотно откликаются и во всей красе показывают отдел назначения и контроля социальных выплат. Здесь трудится специалист Дина Шестерова. По количеству бумаг на столах понятно – работа кипит. С начала мая поступило около 1000 заявлений. И чтобы обработать вот эти заявления, сейчас помимо звонков каждому клиенту нужно сделать запросы. На каждого заявителя это где-то по 15 запросов. Плюс у заявителей есть каждый, ну, члены семьи, да, там по 3-4 человека, то есть и на них нужно сделать запросы. Дождаться ответов, принять решение, проанализировать. Это время. В связи с тем, что такое количество человек к нам обратилось, все запросы у нас зависли. Мы в течение 2 недель не могли принять ни одного решения. То есть вот из этих 1000 обратившихся мы приняли решение только где-то 30 заявлений. Смогли рассмотреть. Постоянно делаем повторные запросы. Каждый день задерживаемся, по утрам приходим раньше, по субботам, воскресеньям работаем. Даже свой профессиональный праздник сотрудники социальной службы встречают на своих рабочих местах. Но для каждого пусть звучат сегодня добрые слова. Дорогие работники сферы социальной защиты населения, уважаемые наши ветераны, примите слова глубокой благодарности за ваш труд, за чуткость сердец, неравнодушие и стойкость. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и успехов в работе. И по традиции хочу сказать слова благодарности тем, кто не по профессии, а по зову сердца, на общественных началах, приходит на помощь тем, кто рядом и нуждается в поддержке. На такое способен далеко не каждый. Здесь необходимы особые душевные качества, способность к полнейшей самоотдаче, умение сопереживать и быть терпеливым и терпимым. Огромное вам спасибо! Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, новости 11 канала.